треш обзора дезинфектора. Как всегда, иду на любимую работу. И меня встречают шикарные хоромы и мужик с охотой крепко. Блин, клопы даже по кухне бегают. И в сортире бегают. 4 дня я не могу срать. Да, такая хуйня. Квартира просто вся кишит клопами. На полу 1000 оболочек после линьки. Чтобы вы понимали масштабы, вот эти белые точки – это яйца клопов. Ими усеяна абсолютно вся квартира. Очень жаль, что мужик выбросил очень зараженный диван, я бы вам его с радостью показал. Вот эта вся чернота – это говно клопов. Они засирали эту квартиру годами. Извините, что сегодня много про говно, просто других слов, когда все это вижу, у меня нет. Мужик сказал мне сделать самую дешевую обработку, поскольку квартиру он будет выставлять на продажу. Не думаю, что найдется мазохист, который захочет купить ее. Если не хочешь, чтобы твою квартиру засрали клопы, я работаю в Москве и области. Мои мастера работают по всей России. Если понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал. Ну а я погнал причинять добро людям.